Гимназию номер 7 в Махачкале назвали в честь председателя Государственного совета республики Магомеда Али Магомедова. В учебном заведении прошли классные часы. В видеоматериалах и докладах дети узнали о жизни политического деятеля, а также о его решениях, сохранивших мир в республике. Я очень рад, что наша школа представляет, что нашей школе дается имя великого советского и российского политического деятеля Магомеда Али Магомедовича. Он был нашим соседом поблизости. Отец знал его детей, он знал его самого. Насколько мне известно, это не только государственный деятель, но и педагог. И это большая честь учиться в школе, которая носит имя такого знаменитого, такого хорошего человека.